Для чего нужен дом? Чтобы в окно смотреть. Вообще я хочу приехать отдохнуть. Маленького, что от меня все отдохнули. Воля! Я бы в первую очередь приготовила поесть. Я бы хотел, чтобы мы попробовали овощи вырастить. Жареные кабачки. Это само собой. Это во что гораст? Мы будем делать театр, и в этом театре я хочу сыграть роль медведя. Учиться готовить уметь, красоту навести. Буду природу рисовать, стены разрисовывать. Мне надо учиться читать, считать, бегать в короткой юбочке. Нам нужен дом. Чтобы было тепло. По поводу отдохнуть. На голове можно стоять. Рисовать, мультики делать. В общем, делать все, что мы захотим. Да и вообще много возможностей. Да. Ребята, приезжайте к нам в гости! А вдруг приедут, Женя, откуда ты знаешь? Это клево будет. Мы все умеем, мы весь мир перевернем. Ребята, приезжайте, пожалуйста, к нам в гости. Моя Лиза тоже.